Ignited Bonnie. Так, да подожди, я еще я не успел издать звуки. Ты издал. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Angry Panda, Нига, IP, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, которую вы все ждали, написали в комментариях. Угадай аниматроника по звуку. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Так. Давай, давай, Сережка. Сегодня будет очень сложно. Я вам сегодня пощады не сделаю. А вот так вот. Ой, блин, не хоть. Да блин, а я ж не знал, что они... А у вас скример выскочил или нет? Да. Вот жопа, ладно, давайте переделаем. Миша, все фигня. Давай по новой. Да блин, не буду теперь удар нажимать, я ж не знал, что он убьет так. Давайте слушаем то другого, другого. Такой вот есть. Вот такой вот есть. А такого нету, да? Давайте... Да блин, стойте, стойте. Так, ребята, у нас небольшая заминочка, давайте тогда возьмем другой пак. Хорошо, хорошо, я проверял, видите, тоже шарите. Хорошо, давайте вот это вот. О-о-о. Начнем с простенького. Так, это... Вроде пингвин. Какой пингвин, Алёшка? Блин, дятел. Это не ставьте лайк, лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ну-ка, давай, пингвин, да, говорите? Это, да, пингвин. Это, короче... Блин, это с Five Nights at Candy's 2? А так. Вот именно какой аниматроник, я точно сказать не могу. Панда, твои догадки. Давай, панда. Я подумаю еще, да? Давай, ты думай, давай, чумной. Кто это может быть из Five Nights at Candy's? Ходит, может, это какой-то кот, который старый такой. Так. Димас, ты побегай, можешь побегать там, попрыгать? Вот хожу, вот бегаю. Сэнди. Короче, панда, ты за Синди, да? Нет, один ответ, вас трое, мы поменяем правила. Ответ должен быть один и четкий, потому что вы сейчас все равно угадаете. Давайте, определяйтесь. Короче, давайте... Пусть это будет Wizard Candy. Ну, а... Ты чё? Тут, короче, старый кот. Wizard Candy. А, угадал! Вы что, подсматривали? Кто это? Иди, наверное. Чумной, это кто, по-твоему? Не знаю даже. Ну, блин, я думаю, это Wizard Cindy. Ты панда. Не знаю. Ну а кто знает, я что не знаю, еще один. Давай, угадывай, ты же профессиональный угадывальщик, ну. Ладно, короче, Wizard Cindy. Да отвали ты! Вы что, камеру поставили где-то тут? Нет. Откуда? Нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Ах вы, хорошо. Блин, так не должно быть, я должен был угадывать. А ну сейчас... А нет, стойте, стойте, это сильно палевно. Давайте вот так вот. О. Это либо это крыса. Так. Либо... Дар, это кэт. Ну-ка. Я, короче, я за кэта. Панда за кэта. Ты за рат. Нет, один будет у вас только ответ. Ну, короче, это кэт. Хорошо. А, это крыса. Спасибо, Серега. Месть восторжествовала. Давайте тогда вот такого берем. О. Окси. Нет. Подождите. Я думаю, я предположила. Не, а что, бегать как чебупеть? Короче, это, мне кажется, это Бонни. Это Бонни. Из Five Nights at Freddy's. Да, это Бонни. Это Бонни, угадали, Дима. Так, Серега, ты как от... Ты что, экстрасенс, что ли? Ну, нет, я зашел в Пиус и посмотрел. Хорошо, нет, давай дальше. Чика. Твои догадки, панда. Чика?
твоей чумной. Чика. Ой! Хорошо. Так, какой у нас счет? Пока мисс 3-2, да, получается? Не, Дим, замочи нас, мы не угадали. Это Golden Freddy. Ладно, будем считать, что вы просто проиграли. Я закрываю калитку. Я буду, сейчас буду запутывать я... очень сильно. Так, давайте, слушай внимательно. Так. Ага. А еще какие-нибудь звуки? Это из третьей части. Так, давай, давай, давай. Да. А-а-а! Ну-ка еще поезд, давай. Еще. Ага. Эндотрап, мне кажется, это. Мне кажется, это спрингтрап. Так, чумной, твои догадки. Спрингтрап, эндотрап. Один ответ. Я думаю, то, что это эндотрап. Потому что ходит, ну, прям слышно, как из FNAF 2 ходит. И смеется, как псих. Ну, давай, открывай тогда, раз это эндотрап. Хорошо, давайте вот этого возьмем. Так. А, это Spring Bonnie. Это элементарно, Ватсон. Ну, открывай тогда, раз это Spring Bonnie. Да! На, кишки из жопы! Хорошо, хорошо. Серега, это был легкий. Я специально знал, что ты ответишь правильно. А вот теперь будет очень сложный, который мы в тех роликах ни разу не брали. Так. Меня а чё? А больше никаких звуков не сдаю, только ходьбу такую громкую. Вы не угадаете, сразу говорю, можете открывать дверь, я вас замочу. Так, ребят, давайте вы поугадайте, а то я один все отвечаю. Давай, давай, давай. Давай. Кто это топает? Громко, да? Топает прям. Много бургеров объелся. Либо Twisted Foxy. Так. Не-не-не-не-не. Это не Twisted Foxy. Пацаны не угадают, я их замочу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, больше вообще никаких звуков не издает он. Ну чё, открывайте тогда, раз не знаете. Сдавайтесь, я вас убью. Короче, эндотрап. Я угадал. Какой это Синистер? Синистер Спрингтрап. Ах ты жопа. Ты думал, что от меня еще никто не прятался. Закрывай двери. Сейчас будет, ребята, еще сложный. Еще сложнее. Какой Спрингтрап? Ну-ка, кто это у нас? А еще можешь понажимать пробел F R. Вот пробел. Вот F, мимо F. Удара нету тоже. Spring Bonnie? Ну, может быть. Какой лом? Ну-ка, кто это? Spring Scrap может. Открывай туда двери. Сдохни! Сдохни ты тоже! Закрывай. Так, ну что, счет пока мисс мы что сравняли. И я пока мисс сейчас если я выиграю, то я уже начинаю лучше вам задавать сложности. Закрывай калитку. Так, ну давайте, может вам попроще что-нибудь загадать? Давайте тогда, чтобы хотя бы звуки более ярко выраженные были. Кто это? Спрингтрап. Погоди-ка. Ну все, Спрингтрап. Я открываю. Ну, блин.
сейчас не угадаете, сдохните. Ну, что сразу Спрингтрап? Ну, может, не один он такой звуки издает. Может, это Фантом Фокси, Фантом Фредди, не думали? Нет? Нет, такой звук только Спрингтрап. Ну, давай тогда открывать, я вас убью. Ладно, ладно, угадали. Лёг, убивай. Убивай. Всё. Молодцы. Втроём легче намного играть. Да. Но сейчас я сделаю так, что вы не угадаете. Хорошо, давайте мы тогда вообще... О! Ага. Это все звуки? Ой, блин, извиняюсь. Да блин, а он задрал. У вас скример был? Нет, не был. А, ну тогда угадывайте, кто это. Блин, а? Это... Оно. Давай. Сейчас. Блин, я знакомый... О, Дима, ну вот этот звук тебя спалил. Кто это? Блин, сейчас, подожди, дай мне секунду. Давай. Это ФУПР? Так, это ФУПР. Правильно, да. СДКФГ. Слышь ты! Ты у вас... Да вы подсматриваете откуда-то. Не. Ладно, мочи. Проиграл. Да ну блин, ты... Если бы ты последний звук не издал, я бы не угадал. А, я помню, в какой-то серии мы уже использовали этот звук, и ты его запомнил. Да. Хорошо, давайте тогда... О! Ого. Так. Знакомый звук, знаешь? Блин, знакомый звук. Я думаю, это... Ignited Bonnie. Открывай тогда. Нет, это Фредди. Ну ты, он же ржал как Фредди. Закрывайте тогда. Отлично. Пока, я так понимаю, поровну у нас считают. Хотя я избился счету, но вроде поровну. А давай тогда вот так сделаем, вот так вот. Ignited Bonnie. Да подожди, я еще я не успел издать звуки. Ты издал. Да я, может, передумал резко, я знал, что... О! А сейчас. Ой, блин, на руки, да, было видно? Нет, ничего не видели. А какие звуки? А у него звуков нету. Нету. Ой, жопой вверх. Извиняюсь. Хорошо, а вот этот вот? О! Чё-то знакомое. Так. Твистед Фредди. Просто... Нет. Я Голден Фредди знаю, какие звуки. Это Твистед Фредди по-любому. Ну, открывай тогда. Правильно, это был Голден Фредди. Молодец, Ингрифанда, молодец. Угадывает сегодня лучше всех. О, закрывайте, есть у меня для вас сюрприз, который вы сейчас точно не угадаете. Дим, сейчас палец торчит. А торчить не будет сейчас торчать палец, сейчас будет ваша смерть торчать. Ну-ка. Так. Это какой-то аниматрон. Гениально. Ну-ка. Кто это у нас? Из фюрер П первого. Это скелет, мне кажется. Кто? Это скелет. Нет. Он пахает как молния. Давайте попробуем, чё. Так, либо это Чика, либо Бонни, либо Фредди. Ну тогда определяйся и открывай. Ребят, вы за кого? А может это и Фокси, может сейчас Дима втихую поменяет это. Не, я не буду этого делать. А если сделаю, я вырежу на монтаже. Ладно, шучу. Блин. Либо Чика, либо Бонни. Я сказал, я уже не. Да, это Чика. Я знаю. Поправьте тебя 100 рублей. Ну, либо Чика. Ну, короче, Чика. Эндоскелетон. Крыс. А вот такого угадайте. Монгол. Сразу. Угу. А еще звуки. Я знаю, кто это. Тихо. Это ФУПР первый.
Пурпул Фредди. Да блин, зачем этот конченый звук издал? Да я знал, что я... Да я и в тот раз спалился с ним. Да стой, не хватит ржать. А вот этого? Голден Фредди. Ах ты жопа. Ну как ты... Серега, с тобой неинтересно, ты все знаешь. Так, ребята, напишите в комментариях, в следующий раз мне угадывать или Сереге. Так, сейчас я сделаю так, что ты точно не угадаешь. О! Да, стойте! Это не стойте, это не то! Не то! Стойте, это не тот аниматроник! Это не тот аниматроник, то подождите! Да нет, я поменял уже другого, я случайно того взял, не хотел. Не трыжу. Да я случайно! Случайно бьют очаг! О! Во! Стоп! Не будем торопиться, Ну, наверное, Фредди. Или Бонни. Какой Фредди? О, там один, по идее. Короче, это FNAF 3? Так. FNAF 3. Либо Фантом какой-то, либо Спрингтрап опять. Ну, подумай, хорошо. Как я могу вас обмануть? Блин, у них вот трудно то, что у них у всех это одинаковые это звуки. Нет, этот ходит по-другому. Давай возьмем другого. Фантом Фредди, короче. Серега, ты какой-то чересчур экстрасенсорный человек. Ты сказал то, что он по-другому ходит. Я сразу понял. Хорошо. Что он не ходит, а летает. Хорошо. А вот сейчас вот. Фантом Фокси. Я взял такого же специально. А меня тут не убил. Ну ничего. Ну что, давайте, последняя стычка. Если сейчас вы не угадываете, то я выиграю, потому что пол равно очков. А если я выиграю, то я выиграю. Давайте тогда, вот прям жестко надо запутать. Сейчас я прям подумаю. Ну блин, это прям сильно очевидно будет, этот вы знаете. Давайте тогда... О! Серёг, сейчас, давайте. Чё? Ну-ка. Кто это? Погоди. Это Фредди. Хорошо Фредди? Думайте, потому что вы сольетесь сейчас, если вы не угадаете. И я выиграю. А прикинь, это не Фредди, это... А звуки похожи, есть у похожего, да. Фокси. Эй. Фокси? Ты чё, какой Фокси? Это вообще не Фокси. Ты вообще... Вот это шарманку он играл. У Фокси другая. Это уже... У кого? Вот реально, у них, у двоих или у троих есть похожая музыка, вы должны угадать. Но я взял сложного. Сразу говорю, вы на обычного можете и не думать. Чтобы было по-честному, подсказочка Фредди. Вам. Ну, смотри, от... если Фредди, то... Меня... Да, если Фредди, тогда открывайте. Давай, панда, открывай, если это Фредди, давай. Это Фредди. Ладно, вы победили. В сегодняшнем ролике пацаны меня выиграли, потому что они реально угадывали прям четко. Было в притирку, но я проиграл, по-честному. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, твой выход.